Первый этап пройдет с 20 по 30 марта и будет своего рода тренировочным. Еще будет доступна регистрация новых команд и участников, а капитаны смогут свободно доукомплектовать или изменить состав своей команды. Второй этап пройдет с 4 по 24 апреля и будет зачетным. В одну команду могут войти от 50 до 100 человек. Готовить спортсменов к соревнованиям будут более 150 инструкторов здорового образа жизни, прошедших специальное обучение. От каждого участника в командном зачете будет учитываться не более 25 тысяч шагов в день. Итоговый результат будет определяться как сумма ежедневных среднеарифметических значений шагов команды за все дни проведения зачетного периода соревнований. А ежедневное среднеарифметическое значение будет определяться как сумма шагов всей команды за день, поделенная на количество участников команды в этот день. Победители определят 15 мая, а награждение самых спортивных участников состоится в июле.